войнушки такие. Вот так. До хрена техники сожжены, конечно. Ничего не скажешь. Вот. Это капля в море. Мой город изумрудный, идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Пам-пам, пам-пам. Да, обратиться к местным органам власти. Что-то дорога у них не очень асфальтированная. Ну, тоже такое. Вот талыга. Все, доехала как-то сюда. С ума сойдешь. Не скажу, где мы. Где-то уже не близко к городу-герою. А. Вот. Красотища была когда-то. Ну, Брусьевка. Просто идем. Не знаю сколько. 3, может, 4 километра. Это мы возвращаемся. Если мы вдоль. Это мы возвращаемся. И такое. Но это, кстати, непонятно. Чей? Непонятно. Наш или немецкий. Сейчас поглядим. Минитрал. Него. Знаков не вижу. Сгорел. Ну тут почти новая буханка. Все. Отработали. Кое-что почистили, кое-что взорвали. Ну вот парням будет. Оль, легче. Теперь дорогами войны валимс. Сейчас что-то у нас. А, еще один. УАЗик почти новый. Вот. Немецко-фашистская. Вэха. Они даже с крестами не стали заморачиваться. Походу, с Великой Отечественной трафареты еще остались. И хреначит на технику. Красавцы, что? Вот. Ладно. Поработали. Можно немножко передохнуть. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот груша. Здесь Сашка погиб. Там Леха. Вот. Там дальше, получается, Мишка и Антон. Все, флаг установлен. Царство небесное, товарищи.